Меня зовут Алексей Миллер. Я профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и руководитель Центра по изучению культурной памяти. Я буду вести наше сегодняшнее мероприятие, посвященное презентации книги Екатерины Ильиничны Махотиной, которая называется «Преломление памяти». Книжка вышла в издательстве Европейского университета и под эгидой нашего центра. Я скажу пару слов о Екатерине Махотиной, свободное от того, что она является ассоциированным членом нашего центра «Время». Она работает в Боннском университете в Германии, на кафедре истории Восточной Европы. Екатерина – лауреат премии «Перегринус» Баварской академии наук 2017 года за достижения в области науки, академической работы и гражданской активности. Она руководитель проекта «Лакуны памяти. Неизвестные места нацистского террора в Мюнхене и в Бонне». Есть онлайн-выставка этого проекта. Екатерина Махотина – член научного совета фонда «Мемориал убитым евреям Европы» Берлинского и научного совета комиссии мемориалов Нижней Саксонии. Памятью, различными ее аспектами, она занимается 15 лет. Я сейчас предоставлю ей слово на 20 минут, потом у нас будет круглый стол, посвященный обсуждение этой книги, участников круглого стола я представлю, когда мы его начнем. А по ходу дела вы можете задавать в чате вопросы, которые я задам и участникам круглого стола, и автору, когда будет такая возможность. Екатерина, милости просим. Спасибо большое, Алексей. Добрый вечер, дорогие коллеги, добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рада, что у меня получилось собрать такой международный круглый стол для обсуждения моей публикации. И рада вашему вниманию, вашему интересу к этой книге. Не теряя времени, перехожу к презентации, покажу несколько картинок, которые в моей книге, в отделе иллюстраций, и немножко расскажу о концепте книги. Вы видите здесь две обложки. Это, во-первых, немецкий оригинальный вариант, это была моя диссертация в университете Мюнхена, «Памяти о войне», «Война памяти», «Литва и Вторая мировая война», вышедшая в 2017 году. Русский вариант, это авторский перевод «Преломление памяти», «Вторая мировая война в мемориальной культуре советской и постсоветской Литвы», вышедшей вот совсем недавно. Почему Литва и почему мемориальная культура? Во-первых, мне очень важно указать на тот момент, что Литва была мультиэтническим, мультинациональным государством, особенно Виленский край или Виленский край. Здесь мы можем увидеть переплетение разных культур памяти и разных историй. Есть и польская история, и еврейская история, советская история, русская история, белорусская история, в Литве, в Мемельском регионе или в Клайпедском регионе, и немецкая история. То есть это такой многоголосный, многослойный пласт памяти. Это во-первых. Во-вторых, в глобальном масштабе, если посмотреть на Литву, то этот ландшафт памяти прежде всего связан с Холокостом, с уничтожением еврейского населения. Еще до принятия так называемого окончательного решения здесь было уничтожено 130 тысяч евреев Литвы, а всего около 220 тысяч еврейских жителей Литвы. То есть в глобальном масштабе и для людей, которые изучают Холокост, изучают культурную память о Холокосте, Литва как раз-таки выделяется, во-первых, количеством так называемых killing sites, это места уничтожения еврейского населения,
И потом, конечно, такие места, как Панеря или Панар и Каунас, 9-й форт, они являются такими же знаковыми местами в памяти о Холокосте, как Треблинка, Бухенвальд, Дахау и так далее. То есть Литва — это очень интересный для изучения ландшафт памяти благодаря такой специфике. Почему мемориальная культура? Вы видите на обложке два памятника, которые пережили слом 89-91 года. Они сохранились, они есть до сих пор в Литве. Памятники связаны с Второй мировой войной. Первое — это на немецкой обложке, серый вариант. Это мать Пирчеписа, деревня, сожженная немцами в 44-м году, скорбящая мать. Первый мемориал Советского Союза, посвященный гражданским жертвам и который выражает скорее скорбь, чем героизм. На русском варианте, на обложке, изображен Каунас, 9-й форт, так называемая крепость смерти. Тоже работа литовского скульптора, как и мать Пирчеписа. Работа, правда, уже более поздняя, 84-й год, сохранившийся до сих пор. Отталкиваясь только от этих двух мемориалов, можно рассказать, во-первых, как формировался советский нарратив о Великой Отечественной войне, так он назывался в советское время, какие акторы принимали участие, какими были ритуалы поминовения жертв, вообще говорилось ли о жертвах, какие слои памяти поднимались, кто создавал мемориалы, была ли какая-то поддержка этой памяти снизу. И, конечно, мемориальная культура в Литве интересна и тем, что 89-91 год мы можем говорить о таком радикальном сломе, распад Советского Союза, независимость Литвы, ликвидация памятников советского времени. То есть на первый взгляд в Литве действительно память о Второй мировой войне в материальном масштабе, в монументальной памяти является лакуной, то есть то фигуры отсутствия, то, чего нет, то, о чем не говорят. И мне поэтому было очень важно посмотреть не только на мемориальную культуру независимой Литвы, но и на советский нарратив, на советскую конструкцию памяти. Об этом мы сегодня будем говорить. Я коротко представлю оглавление, чтобы было понятно, из чего состоит книга. Я рассказываю в ней 7 историй. Первое — это то, о чем я уже немного говорила, о том, как создавался, как конструировался нарратив памяти о Великой Отечественной войне в Литве, что было важно советским акторам показать в этом нарративе. Во второй главе я рассказываю о самом важном музее Советской Литвы, это музей революции Литовской Социалистической Республики, который принимал участие, наверное, главное участие вместе с Институтом истории партии КПЛ в формировании музеев на местах. А в третьей главе я рассказываю о еврейской памяти, о том, насколько эта память была табуизирована, насколько можно скорее говорить о тихой, невыраженной личной памяти. В четвертой главе уже как раз идет ситуация или время слома памяти, перестройка в музее революции, ликвидация музея революции в 91-м году и дальше что происходит со всеми памятниками, которые были построены в советское время после независимости Литвы. В пятой главе немного офф-топ, но тем не менее важно. Речь идет о языке и о формах музеализации или музеификации, другое приятное слово, коммеморация, сталинизма в Литве. Конечно, сталинизм и Вторую мировую войну нельзя разделить. Они очень связаны друг с другом. Как представляют сталинских жертв или жертв сталинизма в Литве? Каким языком, какими формами, какой презентации визуальной отличается представление, репрезентация депортации, террора НКВД и так далее. В шестой предпоследней главе рассказывается о том, как еврейская община получила, наконец, свой собственный официальный голос, свое пространство поминовения своих жертв, о том,
Какие памятники были, возникли, были воздвигнуты и кто принимал участие в воздвижении памятников? И в 7 главе речь пойдет о социальных практиках поминовения, то есть о бытовании памятников, военных мемориалов. И тут я не буду вдаваться подробно в теоретический методологический инструментарий, но тут мне было важно показать, что надо преодолеть такой ракурс на память, что власть репрессирует общество, и власть всегда противостоит обществу в попытках навязать какую-то память. Есть общественные практики, есть группы контрпамяти, альтернативной памяти, которые сохраняют различные дискурсы, будь то польский дискурс, будь то дискурс еврейской общины, советский дискурс, выраженный в практиках советских ветеранов в Литве. То есть память — это не только проект сверху, но и общественный проект. И это выражается как раз-таки на днях праздника 8-го лета, Дня памяти 8 мая и праздника Победы 9 мая. Об этом в 7 главе. Вы видите, что очень много историй и очень много материала. Я остановлюсь на трех историях. Это первое — это конструирование советского нарратива. Вторая история будет посвящена деревне Пирчепис. И третья история — это еврейская память в советской и постсоветской Литве. Переходим к первой теме. Советская Литва, память национальная по форме, социалистическая по содержанию. Мы видим здесь музей революции. Я уже сказала, что это был один из главных акторов исторической политики в Литве в советское время. Что здесь было важно показать, касаясь именно памяти о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне? Три главных мотива. Первое — это то, что коммунизм не был какой-то чужеродной для Литвы идеей. Мы видим, что в межвоенное время Литва была национальным государством. Когда в 40-м году Литва была присоединена к Советскому Союзу, и после того, как на Советский Союз напал вермахт, был распространен такой мотив еврейского большевизма или жидокоммунизма, жидобольшевизма. То есть преодолеть вот это отождествление еврейского большевизма и преодоление отождествления евреев с коммунистами, показать, что в Литве был собственный коммунист, свои коммунистические лидеры, было важным моментом этого представления. То есть преодолеть вот этот продукт националистической пропаганды, показать свой путь к коммунизму. Это первый мотив. Второй мотив — образ Великой Отечественной войны. То есть показать, что немцы напали на Литву с целью уничтожить литовцев как нацию, чтобы она исчезла как капля, испарилась как капля на горячем камне. Такая была метафора. Война была представлена в историческом нарративе советского времени как такой многовековой «Дранг нах Остен» со времен Жальгириса, то есть Грюнвальда, когда литовцы вместе со славянами отразили в 1410 году атаку прусских нападающих. И вот этот континуитет подчеркивался всегда, это немецкий «Дранг нах Остен» с целью уничтожить именно литовцев как нацию. То есть мы видим такую литуанизацию жертв. Потом литуанизация была не только жертв, но и героев. Конечно, тут нельзя не упомянуть Марита Мельникайте или 16-ю литовскую дивизию Красной армии. Марита Мельникайте была такая литовская Зоя Космодемьянская, которая сразу после независимости лишилась своей литовскости и упоминалась как Мария Мельник. Ну и третий образ дружбы народов.
Это, опять-таки, мотив, который конструировался в советской Литве отсылкой к Жальгирису или Грюнвальду. Здесь показывалось, что литовцы вместе со славянами, то есть вместе с украинцами, с русскими, с белорусами, отразили вот такой вот милитаристскую агрессию с Запада. Мотив дружбы народов поддерживался современными событиями, то есть упоминалась партизанская совместная борьба против немецких оккупантов. Надо сказать, что этот нарратив исчез очень быстро. И социологи в Литве, литовские исследователи коллективной памяти указывают на тот факт, что советский нарратив был сделан достаточно топорно, и он сильно расходился с личным биографическим опытом литовцев не евреев, говоря о том, что больше литовцев пострадало от послевоенного периода, это антисоветское сопротивление, партизанское движение, лесные братья. И поэтому этот концепт никогда не смог сделаться родной памяти для литовцев, и он исчез, не получив никакой поддержки. Мы двигаемся с вами немного из Вильнюса, мы двигаемся теперь в деревню Перчупя или Перчупис. Это был главный, это вторая моя история, которую я хочу подробнее рассказать, главный военный мемориал советской Литвы и мемориал именно гражданским жертвам. Немного предыстории, если вы не знакомы с историей Перчуписа. Здесь в июне 44 года полк СС, солдаты вермахта и местная полиция сожгли 119 человек, мужчин, женщин, детей. Это была акция реванша против мирных жителей за партизанские акции недалеко от деревни. Итак, это был центральным символом литовских жертв во время Великой Отечественной войны. И этот памятник был воздвигнут тогда еще неизвестным молодым скульптором Гедиминосом Якубонисом. Первый памятник вообще сожженной деревни еще до Хатыни в Белоруссии. Здесь мы видим, конечно, необычную эстетику. Это скорее скорбь, чем героизм. И посыл мы видим за матерью Перчуписа гранитную стеллу, на ней высечено 119 имен, и надпись «Это не должно повториться». Я обращу ваше внимание на факт индивидуализации памяти в советское время. Высекали имена и не солдат, а именно гражданских жертв. Таким образом, все-таки мотив скорби здесь был главный. Все, я думаю, немножко, может быть, слышали, те, кто еще застал советские времена, много литературы о Перчуписе, поэмы, фильмы, как фильм «Фактас», как, или «Группа крови» его второе название. Символичное значение Перчуписа сложно переоценить. Здесь некоторые реликвии из бывшего музея, который был закрыт в 2000 году. Это представление жертв портретами, именами, представление их личных вещей, их реликвий, как расческа, как сожженный паспорт, сожженная пеленка младенца. В общем, очень эмоциональные вещи. И это не что-то сугубо литовское или сугубо советское. Такой эмоциональный подход был универсальным, он был распространен во всех первых мемориалах в Европе и в Западной Европе тоже. Сейчас историю Перчуписа мы можем описать, подняв акты в Музее революции, в Фонде Музея революции в Литовском национальном музее. Эти экспонаты после закрытия музея в 2000 году хранились в библиотеке, потом в личном архиве бывшей библиотекарши. Вот можно посмотреть то, что она сохранилась, как выглядела выставка. Представление жертв, эмоциональный посыл. Тут это все очень важные мотивы. Эмоционализация и индивидуализация памяти. Конечно, цель все равно была идеологическая. Ее нельзя никак не упомянуть. Во-первых, почему? Из-за самой структуры музея.
Пирчеписом был филиалом Музея революции. То есть он возник как филиал Музея революции в 1960 году. Мы знаем, какой нарратив последовал филиал Литовский музей революции. И здесь, конечно, идеология была с двумя... У идеологии было две цели. Во-первых, показать, что целью немецкой оккупации было уничтожение именно литовцев как нации. И второй целью показать партизан, советских партизан, как героев. Потому что именно потому, что недалеко от Пирчеписа было это партизанское движение Генриха Созимана, своей южной базы партизанского движения в Литве. Тем не менее, все равно здесь, несмотря на идеологическую подоплеку, все равно в центре, я бы сказала, была скорбь о жертвах нацистской оккупации, о жертвах литовцев. Мы видим, что вот эти формы фольклорные, как, например, в скульптуре, я еще раз вернусь к матери, мать Пирчеписа, Гедиминаса Якубониса, прослеживается все равно такой народный мотив, фольклорный литовский мотив искусства. Надо сказать, что этот памятник был оценен на высшем советском союзном уровне, он получил Ленинскую премию в 1963 году, тем самым он обошел даже мать на Пискаревском кладбище в Ленинграде. То есть он действительно был принят как памятник, и это позволило скульптору Якубонису и воздвигнуть памятник Ленину в Москве. Вот эта фольклоризация памяти, это очень интересно. И если мы тут задаем вопрос, что отличалось, в чем была специфика литовской памяти в советское время, это именно фольклорные мотивы. Это мемориал Аблинга, другая деревня, которая тоже была уничтожена немцами во время оккупации. Это, можно даже сказать, что такой смешанный проект, полусверху, такой идеологический конструкт, но в то же время и работа местных художников, местных резчиков по дереву, проект тоже снизу. Аблинга тоже потеряла после возрождения независимой Литвы, потеряла свое значение. Тем не менее, эти скульптуры до сих пор стоят находятся в этой деревне. Теперь посмотрите, как похожа Аблинга, ее скульптуры, вот этот резчиков по дереву, на мемориал, который является на моей обложке, мемориал 9-го форта, тоже мемориал, сделанный литовским скульптором Амбразюнасом, «Дорога смерти», 84-й год, это опять-таки экспрессия, это скорее трагика, чем героика. Каунас, 9-й форт. Известное место смерти. 50 тысяч человек, из которых около 30 тысяч были евреями, сюда свозили со всей Европы, из Франции, из Германии, из Австрии, из Чехословакии. Это международное место, глобальное место памяти о Холокосте. Он открыт был, этот музей был открыт в 59 году. Здесь было два уровня памяти. Во-первых, так как здесь в здании форта в межвоенное время, время Антануса Сметаны, была тюрьма, где держали политических оппонентов, политических преступников или политических узников, здесь держали коммунистов. И Коммунистической партии Литвы было очень важно рассказать об этой истории. И таким образом, представляя вначале так называемую буржуазную, узников буржуазной Литвы, и рассказывая потом об узниках оккупированной нацистами Литвы, эти нарративы, можно сказать, связывались. Да? Это, то есть двуслойное место памяти, которое, конечно, было очень важно для деятелей советской Литвы, как Шумаускаса или Снечкуса. То есть, опять-таки, такая связь борьба за социализм или борьба за коммунизм в довоенный период и борьба против захватчиков во время войны. Переходим к третьей истории. Это тихая память о
Колокости мы видим здесь, наверное, первый снимок из Панар, Панеряй, фотокарточка, где юноша читает кадиш на могилах в Панарах, если кто не знает, было убито около 100 тысяч человек, 70 тысяч были евреями, хотя историки сейчас занимаются тоже цифрами и исследуют, может быть, и о других цифрах можно говорить. Я назвала эту историю именно «Тихая память», а не «Запрещенная память». Мне было важно преодолеть такое очень распространенное мнение об абсолютном табу на еврейских жертвах, на еврейские жертвы в Советском Союзе. Евреев действительно не упоминали как главную жертву нацистской оккупации. Я уже говорила о том, что главной жертвой нацистской оккупации были литовцы. Но их и не замалчивали полностью. В Литве было издано несколько книг, которые указывали на еврейскую идентичность жертв. Потом были памятники, которые были поставлены именно grassroots. Они были инициативами снизу, они были установлены на деньги, собранные деньги еврейской общины. Они имели надписи на идиш, они имели менору, звезду Давида, понитнам и прочие атрибуты, где те, кто хотел, это было важно, в принципе, действительно для тех, кто спасся, и тех, кто выжил, их потомков, те, кто хотел, могли посетить эти памятники. В Литве около 200 мест уничтожения, так называемых killing sites, то есть тех мест, где было больше десятка евреев расстреляно, они есть, ну, Литва достаточно некрупное государство, но они есть действительно, они есть везде. И вот, опять-таки, Литва как пионер. Я уже говорила о первой пионерской роли Литвы, это первый памятник гражданским жертвам и мотив скорби. Вторая пионерская роль Литвы, наверное, состоит в том, что здесь был открыт первый в Советском Союзе послевоенный еврейский музей. Он был открыт в 1944 году бывшими партизанами, Кочергинским, Суцкевером. Он рассказывал, выставка называлась «Уничтожение евреев Литвы во время немецкой оккупации». Он рассказывал о еврейских жертвах. Здесь был Илья Оренбург, собирал здесь свою черную книгу. И здесь рассказывалось о том, как евреи страдали в гетто, об отчаянии, о том, как они боролись против нацистов и их пособников. После разгрома еврейского антифашистского комитета в рамках сталинской антисемитской кампании музей был ликвидирован в 1949 году. Мы видим первый памятник в Панарах, который был поставлен опять-таки на средства, собранные еврейской общиной, он тоже был ликвидирован. Его заменил вот такой достаточно стандартный обелиск с звездой на конце и надписью на литовском и на русском, универсальный памятник. Значит, идентичность, еврейская идентичность жертв не подчеркивалась, но и не замалчивалась в советской Литве. И это знание присутствовало. И тут мне важно показать, что это не замалчивалось. Но теперь вот говоря о том, что евреев маргинализировали, но не табуизировали, если подумать эту мысль дальше, то тут надо сказать, что вот это не выделение евреев как главных жертв немецкой оккупации на уровне популярной памяти, конечно, это было такое очень положительное предложение по позитивной идентификации советских литовцев, которые могли себя считать жертвами, могли считать себя героями. Говоря о пособниках, в советской Литве было идеологической конструкцией говорить о том, что они все уехали из Литвы, их называли эвфемизмом буржуазные националисты, то есть не настоящие литовцы-предатели. Литовцы были героями и жертвами. И вот мы должны рассказать взрыв личной памяти еврейской общины, еврейская культура памяти в 90-е годы,
получила очень большое внимание. Посмотрите на вот это, мне кажется, очень важный символический образ интеграции еврейской памяти в память о, в советскую память. Мы видим памятник в Панарах, он был в 80-е годы установлен, он был первоначально из двух частей, на литовском, на русском языке. Текст вы можете читать. В 91-м году на одном из первых траурных митингов 22 июня еврейская община было провозглашено требование упомянуть еврейскую идентичность. И вот мы видим надписи на иврите, на идише, на литовском, на русском языке. Среди убитых в Поняряйском лесу 70 тысяч евреев, мужчин, женщин, детей. Таким образом, памятник теперь из трех частей. В него интегрирована память о еврейской идентичности. Обращу ваше внимание на еще советский текст вот этого трех памятника из трех частей. Гитлеровские оккупанты, такой советский нарратив, их местные пособники. И вот действительно, вот эта конкуренция, такой очень... избитое, конечно, выражение, конкуренция героев, конкуренция жертв, но не конкуренция палачей, конечно, вот конкуренция виктимных рассказов, скажем так, виктимных нарративов между литовцами, этнически литовскими, то есть не евреями, литовцами в современной Литве, в Литве после 91 года, и еврейской общиной. Такая абсолютная разрозненность, разделенность дискурсов о жертвах, она, конечно, очень подогревается вот этим вопросом о тем, кем были вот эти пособники, как литовцы помогали, как литовцы были свидетелями Холокоста в Литве. Надо упомянуть, что это не все так однозначно. В Литве многие спасали евреев, в Литве многие принимали непосредственное участие в убийстве евреев. Как соединить вот эти два нарратива, как интегрировать эти два нарратива о жертвах во время нацистской оккупации, во время сталинского времени, как сделать этот нарратив как бы единым и бесконфликтным. И вот... заканчивая, стоит упомянуть о том, что в Панарах был построен памятник убитым евреям в 91-м году, он был открыт. Однако Панары являются таким демократичным или транснациональным местом памяти, где можно, каждая группа может, национальная группа, может вспоминать те жертвы, которые он хочет вспоминать, памятник армии Краева, памятник местным подразделениям литовским, сформированным в 44-м году, памятник советским военнопленным и так далее, все бы памятники не поместились на одну таблицу. Мне важно обратить ваше внимание, так как мое время уже заканчивается, на то, что память о Холокосте в Литве сегодня — это не только памятник, не только память в Еврейском музее, в Зеленом доме с выставкой «Катастрофа» и новый проект о устройстве мемориала Виленского гетто, музей мемориала Виленского гетто. Это персонифицированный рассказ в Зеленом доме, в выставке «Катастрофы», то есть рассказанная история на биографиях личного выстраданного опыта, личной выстраданной памяти. Это еще, конечно, рассказ в центре толерантности об исчезнувшем еврейском мире. Но это и, вот этот, на этом я, наверное, закончу, это и низовые практики или проекты гражданского общества. Это, прежде всего, атлас Холокоста в Литве Милды Кулиты Василь, это проект Шедува, это марши памяти Малитай, это проект Чагули Мусишки, то есть здесь лежат наши. То есть интеграция еврейских жертв, она шаг за шагом все-таки происходит, но именно идет речь о жертвах, не о тех евреев, которые с оружием в руках активно боролись в еврейских партизанских отрядах против нацистов и их
пособников. На этом, наверное, я закончу. У меня очень много материала, это можно говорить часами и днями. Если будут какие-то вопросы к другим главам, у меня дальше продолжаются слайды, поэтому могу показать другие истории из книги. Пока спасибо. Спасибо, Катя. Итак, мы переходим к той стадии, которую условно можно назвать круглым столом, обсуждением. В ней приглашены участвовать три исследователя. Я их представлю. Ирина Склокина, кандидат исторических наук, сотрудник Центра городской истории во Львове. Это Василиус Сафроновос, историк и культуролог, научный сотрудник университета Клайпеды, профессор, директор Института истории и археологии Балтийского региона и автор многих исследований по культуре памяти в Литве. И Феликс Акерман, историк, научный сотрудник Германского исторического института в Варшаве, который в несколько лет в 11-16 году проработал приглашенным профессором в Вильнюсе в Европейском гуманитарном университете. И он автор монографии о создании идентичности в Гродно. Значит, я предлагаю сделать так, что я каждому из вас дам, скажем, минут 10 поговорить, потом, может быть, Катя ответит, а, собственно, я еще скажу нашим слушателям, что мы заранее условились о том, какие темы мы будем обсуждать. Я их сейчас прочитаю. В какой степени на дискурсы памяти и на ее мемориализацию в постсоветских республиках влияет наследие советского времени? То есть, какой была музеификация войны и как это влияет? Какую специфику имел республиканский нарратив и кто его диктовал в советское время? Как маргинализация темы Холокоста в ее локальной специфике отразилась на постсоветских конфликтах памяти? Какой была судьба советских мемориалов жертв войны в независимых странах? Как оценить то, что с ними произошло, и какое у них может быть будущее? Ну, у тех, которые уцелели. Можно ли дать универсальный ответ, или он у каждой страны свой? Какие современные примеры можно привести? Здесь могла бы речь идти о 9-м форте в Каунасе, о Бабьем Яре, о котором так много говорят сейчас, и о Саласпилсе и так дальше. И, наконец, что препятствует диалогичной памяти и взаимному уважению в обсуждении прошлого внутри этих стран и в международных отношениях? Давайте я предлагаю, что мы начнем с Василиуса Сафроновоса. А где у нас Василиус Сафроновос? Пожалуйста, Василий, вам слово. Спасибо, добрый вечер. Вы меня слышите, наверное, да? Так, ну, я так думаю, что к этим вопросам, которые сейчас были озвучены, мы перейдем чуть-чуть позже, во время уже дискуссии. Я хотел бы, наверное, сейчас подойти к этой книге, подойти к ней, может быть, издалека, попробуя показать ее в определенном контексте, как я вижу эту книгу, вот, а контекст таков, это, конечно же, не первое исследование о памяти Второй мировой войны в Литве. На самом деле историки начали исследовать коллективную память об этой войне около 2003-2004 годов. И для того, чтобы сориентироваться, вот рано это было или поздно, надо иметь в виду, наверное, что тематику коллективной памяти вообще литовские историки начали развивать только около 2003-2004 года. То есть с началом ее развития
эта тема общественного отношения ко Второй мировой войне в Литве сразу же оказалась в центре внимания. Правда, некоторые вопросы, конечно же, поднимались и раньше. Например, одним из первых научных мероприятий на тему Голокоста и геноцидов в Литве стала конференция в Ниде, которая еще в 1997 году была организирована по инициативе Клайпедского университета совместно с Кембриджским университетом. Потом появились отдельные диссертации и прочие исследования. Вот Альвидас Нигжентайтис, которого, наверное, многие тут знают, неоднократно затронул тему Второй мировой войны в своих статьях и о литовских спорах об истории и о политических мифах, так называемых «основания». Потом Раса Чапайтене прикоснулась к этой теме в своей диссертации в контексте трансформации понятий культурного наследия в Литве в 20-м столетии. Гектор Свиткус в 2008 году защитил диссертацию о памяти Холокоста в Литве. Ну и потом еще были некоторые исследования о переменах отношения к прошлому в отдельных городах Литвы, в Вильнюсе, в Клайпеде. Вот, и эта тема там тоже затрагивалась, тема второй, памяти Второй мировой войны. Вот это все уже было, когда возникла диссертация Екатерины, когда потом вышла книга на немецком языке, а теперь мы уже встречаем этот сокращенный вариант на русском языке. Так вот, что же сделала сама Екатерина впервые? Ну, я так думаю, что я могу тут выделить три такие главные, скажем так, главные пункты. Во-первых, автор, естественно, справедливо указывает в введении, что акцент в ее монографии делается на исследование и оценку музейных экспозиций, мемориалов и памятников Второй мировой войны. Это действительно так. Я бы сказал, что эти три темы, а музейные экспозиции особенно, и составляют основу того, что в книге Екатерины в первый раз представлено читателю в столь объемном масштабе. Второй важный аспект. В книге мы наблюдаем попытку показать такую некую совокупность нарративов о войне. Поэтому в ней затронуты всевозможные места памяти. Это и разнообразные места памяти, связанные с советским нарративом о Великой Отечественной войне. Это и Голокост, и пакт Молотова и Риббентропа, и оккупация Литвы Советским Союзом и так далее. То есть, на мой взгляд, книга интересна именно тем, что она дает читателю такую широкую панораму разных восприятий войны, как советского, так и постсоветского периодов. Ну и третий важный аспект, книга вполне критически, я бы сказал, относится к репрезентациям нарративов о Второй мировой войне, и такая оценка нам позволяет увидеть несколько соперничающих взглядов на то, чем для Литвы была Вторая мировая война, но в то же время автор, вот это показывая, она почти не показывает своих симпатий или антипатий. И, возможно, поэтому вряд ли Екатерину кто-нибудь мог бы упрекнуть в том, что она в книге отстаивает то или иное мнение. Ну, правда, на некоторые утверждения Екатерины я смотрю критически. Например, уже в введении она утверждает, что развитие памяти о войне в Литве началось с 1941 года. Но я думаю, что это не так. На мой взгляд, память о войне начинается с наступлением начала войны, а для Литвы это было 1939 год, однозначно не 1941 год. Что еще я могу сказать? Ну, когда я читаю такие интересные книги коллег, я, разумеется, часто задаюсь вопросом, как бы я сам делал такое исследование. И об этом можно говорить, наверное, долго. Ну, например, рассуждая о советском периоде, книга действительно представляет панораму разнообразных практик оформления памяти.
в то же время память как такое групповое отражение и восприятие человеческого опыта в книге, на мой взгляд, рассматривается ну вот лишь там, где автор говорит о Холокосте. И по своему опыту изучения памяти Первой мировой войны я скажу, что ну, население, как вы понимаете, по-разному испытывает войну. И во время войны, ну, одни были солдатами, другие были гражданскими лицами, одни что-то потеряли во время войны, другие что-то приобрели и так далее и тому подобное. И вот это разнообразие ролей, она, несомненно, влияет и на последующее разнообразие восприятий войны. И такое разнообразие, конечно же, существовало и в советский период, только на официальном уровне, на уровне музеев и памятников мы его не видим. Но об этом разнообразии, я думаю, важно говорить именно потому, что процессы времен перестройки и гласности, которые описываются в книге, нам не понять без оценки разнообразия опыта войны и того, что из этого разнообразия допускалось в общественное пространство в советский период, а что не допускалось. Вот это социальное измерение, это оценка разнообразия опытов и переживаний войны, я думаю, что она в книге, ну, я не сказал бы отсутствует, но ей уделено, скажем так, не очень-то много внимания. Ну что, я уже начал говорить, наверное, о том, чего в книге нету, а не о том, что в ней написано, так что я, и вообще я уже долго говорю, так что, наверное, передаю слово коллегам. Большое спасибо, Василиус. Я думаю, что теперь мы пригласим Ирину Склокину выступить. Ирина, включите звук себе, пожалуйста. Ага, пожалуйста. Да, спасибо большое, конечно, Катерине за книгу и Алексею тоже за инициативу перевода и за инициативу круглого стола. И я очень рада этой возможности принять участие. И, конечно, говоря об этой книге, мне кажется, это один из таких примеров действительно очень широких, смелых обобщений. И, конечно, огромный период, который охвачен, большое количество источников, это все очень говорит, конечно, в пользу этой книги. Это такой неимоверный, смелое исследование, которое говорит о очень разнообразных процессах за несколько десятилетий, и это действительно очень важный такой вклад в историографию. Кроме того, в плане методологии, я думаю, очень интересные аспекты этой книги — это, например, внимание к материальности памяти, не только в смысле анализа форм репрезентаций, так или нарративов. Мне кажется, что вообще исследование памяти очень часто как бы сосредотачивается только лишь на дискурсах, на текстах и на выстраивании как бы истории, нарративов. То здесь, мне кажется, очень интересно, например, внимание как бы к некой такой субъектности предметов в музеях, например, роль раскопок, эксгумаций, эмоциональные фотообразы, да, и роль предметов, которые циркулируют позже в разные исторические эпохи и вставляются в разные совершенно нарративы, в разные рамки, при этом самим своим фактом, своего вида материальности создают какие-то определенные рамки для этих репрезентаций, да, то есть имеют такое своеобразное влияние на то, каким образом люди будут мыслить о историческом прошлом, да, не только лишь манипулируя предметами, но в том числе как бы отвечая на это сопротивление формы, да, и в том числе, например, идея о том, что военнопленные настолько оказались советские, настолько оказались маргинализированы из нарративов вообще на протяжении всего периода, конечно, тоже связано с отсутствием вот этой материальности, да, в воспоминании и воображении, соответственно, тоже. Другая такая методологическая очень классная вещь, которая мне здесь очень нравится, это, конечно, обращение внимания тоже на практики празднования, то есть, опять-таки, то, что в
исследованиях памяти далеко не всегда встречается. Не только анализ нарративов, но также анализ разнообразия практик и то, каким образом они совершаются в реальной жизни разными группами людей. И это одна из глав ближе к концу, так, анализ праздников, процессов празднования. Это, конечно, очень классно. И я тоже думаю, что, конечно, внимание к таким аспектам, как разнообразие акторов, да, это тоже чрезвычайно важно, не только художественное воображение выдающихся скульпторов, но также и группы переживших, тех, кто выжил, также рядовые сотрудники музеев, это чрезвычайно интересно, также взаимодействие между разными уровнями бюрократии и иерархии, это тоже очень важно для исследования памяти и не только в советском контексте. Ну и пара слов о том, какие перспективы, мне кажется, книга раскрывает на будущее и куда в будущем было бы интересно смотреть дальше. Мне кажется, что все-таки большее внимание к экономике и инфраструктуре, к вопросам профессионализма, это было бы тоже очень классно, потому что есть большая проблема в исследованиях советского о том, что мы смотрим на все, что происходило, особенно в политике памяти, например, через призму некой советскости или идеологии, да, и все, что было в Советском Союзе, конечно, объясняется наличием определенной идеологии, которая как бы навязывала какое-то видение, да, и это такое априори набрасывание именно идеологической рамки. Но мне кажется, что если мы посмотрим, ну, тот же вопрос, например, почему тот или иной памятник там большой и масштабный, Катерина пишет, например, только в 84-м году возник один из самых таких больших важных памятников именно солдатам, да, но из моего тоже опыта исследований, конечно, стоит говорить тоже о ресурсах, о деньгах, о долгих бюрократических процессах, которые приводили к тому, что памятники появлялись или не появлялись, да, не только какие-то идеологические вопросы, но прежде всего деньги, эффективность менеджмента, да, и такие большие мемориалы, это тоже большая задача, как бы финансовая и логистическая, и тут мы можем разомкнуть, как бы, вот эту советскость и видеть, что на самом деле только, как бы, в определенной материальной ситуации мы можем получить такие большие и дорогостоящие проекты, да. Другая, например, вещь очень важная для того, чтобы размыкать, как бы, вот эту советскость, это очень классный аспект, который Катерина вводит в книге, это такой рустикальный нативистский поворот там 60-х, 70-х годов, который, как бы, Катерина пишет, что партия, как бы, решила возглавить, хотя, как бы, культурная элита считала, что это такой побег в фольклор, который, как бы, противостоит официозу советскому, но, как бы, советский официоз тоже его использовал, как бы, для своих целей. И тоже, конечно, суперважный тезис, который Катерина вводит о советизации через литуанизацию. Это тоже, как бы, очень-очень важный и очень такой, я думаю, как бы эмоционально, наверное, такой тезис, который беспокоит, я думаю, да, будет беспокоить, наверное, литовских читателей этой книги прежде всего. Но тут я бы хотела обратить внимание, да, что тут стоит смотреть гораздо шире, чем какой-то советский контекст или социалистический, потому что поворот к новому романтизму, ностальгия о деревенской аутентичности — это, конечно, мировая тема и мировой сюжет и в поп-культуре, и в массовой культуре этого периода, да, в том числе в капиталистических странах, и в том числе и Heritage Turn, и Museum Turn, это же тоже более широкая история мировая, и в том числе, я думаю, очень интересно было бы посмотреть на эти обмены идеями между лагерями, между социалистическим и капиталистическим миром, и несколько последних книг той же Виктории Донован, книга о наследии в социалистической Румынии, несколько буквально изданий недавних, которые
уже вышли, конечно, после книги Екатерины, они говорят о том, что вообще как бы вот эта идея поворота, она в таком глобальном контексте очень важна. И то, что Екатерина пишет, например, о том, связывая как бы поворот к наследию, прежде всего с оттепелью, ну, наверное, тоже можно как бы спорить в этом ключе, да, потому что все-таки как бы война и разрушение памятников нацистами послужило одной из таких первых толчков к возвращению к ценности наследия, в том числе религиозного наследия. Это тоже такая важная часть такой более глобальной истории. Вот, и, наверное, последний такой пункт, который я бы хотела вернуться вот к этому очень интересному тезису о советизации через литуанизацию, и тут я бы хотела это сравнить тоже с книжкой Тарика Сирила Амара, которая вышла под названием «Парадокс украинского Львова», и вызвала, конечно, огромную такую дискуссию, потому что тоже она очень жестко вносила этот тезис о том, что город Львов, который был польско-еврейским в основном городом до Второй мировой войны, был присвоен и советизирован прежде всего через признание его украинскости, признание языка, доминирование, как бы способствование партии коммунистической тому, чтобы прежде всего продвигать украинские кадры. Но здесь мне кажется, что очень важная критика, которая прозвучала к этой книге, конечно, я думаю, она очень супер классно сыграла как такая провокация дискуссий и озвучила очень неприятные для патриотического как бы украинского мышления факты, так о том, что украинский проект современный как бы является бенефициаром, к сожалению, как нацистского режима, который уничтожил меньшинства, да, которые составляли большинство жителей этого города, так и советского проекта, который выселил поляков и украинизировал Львов. Да, но в то же время очень важная критика, которая прозвучала вот к такому тезису о том, что следует все-таки различать множественность национальных идентичностей, и нельзя сказать, что украинский проект сегодняшнего украинского государства — это просто закономерный результат развития советской версии украинской идентичности и как бы такое видение слишком монолитного, слишком однозначного континуитета и в том числе как бы принуждение к национальной идентичности. Да, это не слишком правильный подход к нашим историческим субъектам, да, и все-таки, когда мы смотрим на советский период, может быть, мы должны говорить не только о национальных категориях, но о каких-то категориях экономических, модернизации, а также о категориях людей, для которых национальные категории были совершенно безразличны, не играли роли в их идентификации, может быть, какие-то локальные или региональные идентичности, которые были более важны, да, и в этом смысле, конечно, вот этот тезис о как бы том, что память о войне играла такую литуанизирующую роль и как бы замалчивание Холокоста, которое было как бы на руку вот этому патриотическому нарративу, мне кажется, что оно, ну, несомненно, очень такая очень хорошая провокация для дискуссии, очень важная, но, конечно, тут, я думаю, что, наверное, в дискуссиях об этой книге будет показано много нюансов в этом отношении. Спасибо. Большое спасибо, Ирина. Я напомню перед тем, как передать слово Феликсу Акерману, что можно задать вопросы в чате. Один вопрос у нас уже есть. Феликс, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть в таком виртуальном раунде. Я специально включился в лесу в Западной Польше, той части, которая отошла как результат Второй мировой войны, потому что здесь очень далеко приземлились литовские летчики Гиренас и Степонас, про которых все литовские дети знают, что они приземлились трагически над Польшей, хотя это неправда, потому что здесь в 1933 году еще была Германия. Но это имеет связь к тому, что я хочу сказать про вторую
мировую войну именно вот в контексте Вильнюса, Гродно и Львова, как историю советизации, как насильственного освоения территории. В этом случае территории Восточной Польши или, ну, как, откуда смотря. И я думаю, книга Екатерины интересна тем, что она про освоение, как бы про то, как это постфактум, как бы этот сложный процесс, который был насильственным во многих отношениях и со стороны Советского Союза, и со стороны Германии, немецкого рейха, как его как бы осуществлять и как ему ну, надать какой-то смысл. Да? И я, читая книгу, конечно, вспомнил про свою работу про Гродно, и мне казалось, что просто замечательная книга Кати именно тем, что она нашла очень много материалов богатых. Она была в состоянии докопаться до очень плотных как бы документаций, которых мы в белорусском контексте но пока не нашли. Недавно относительно Кристиан Ганса, который занимался этим больше 10 лет, пытался докопаться таких же материалов про Брестскую крепость. И оказалось, что у него очень интересный как бы, анализ этой крепости, но далеко этот материал, на котором он может основать свой анализ, не такие как бы, плотные, я бы сказал. И это особенность, и это особенно хорошо видно по этой части, в которой Катарина представляет как бы, агентативность евреев, тех евреев, которые либо выжили войну в партизанах, или которые вернулись из фронта, и которые, оказывается, переделали Вильнюс как бы, ну, как переходную зону, где вновь еврейская жизнь как бы, она, как бы, показывала себя, и это довольно неожиданно, да, и я думаю, было подобное явление, например, в Гродно, в меньшем масштабе, но Катя была в состоянии это довольно хорошо показывать. Главная разница, и тут я уже отношусь тоже к Ирине и к дискуссии Тарика Амара, все-таки главная разница между Львовом, Гродно и Вильнюсом – это самогосударственность Литовской республики, которая существовала до 1939 года в полном масштабе и которая была как начало войны уничтожена. И мне кажется, что здесь, ну, это скажем так, как Катя выбрала ввести в тему, как бы это не до конца понятно, что вместе с, как бы, с насильственным, все-таки я бы это называл уничтожением, как частка Второй мировой войны, в том числе уничтожились в насильственном порядке очень многие институции литовские и очень многие пространства, которые были выделены как бы, литовской мемориализацией как нация, они еще в самой первой фазе, скажем, войны были затронуты советизацией. Но она из-за выбора как бы, своих материалов показывает, что ключевым и самым проблематичным моментом здесь является вильнюсский вопрос. Да? И это сейчас не прозвучало настолько в самой презентации, но в книге это хорошо понятно, что это настолько проблематичная сторона как бы, всего этого происшествия. И здесь есть подобенство, здесь все-таки есть параллель с Львовом и с Гродно, да? Что именно в связи с тем, как Сталин разыгрывал войну в самом начале и в конце войны, все-таки эти города стали часткой этих советских республик. Да? И это, можно сказать, это как один из главных результатов, кроме уничтожения еврейского населения, которое тоже имело место во всех этих случаях. И мне кажется, что и здесь Катя хорошо показывает, что именно в этом как бы, есть доля, была доля, скажем, легитимности или основания
литовского советского нарратива и такая возможность как бы взять с собой частку элиты, довоенной элиты литовской, этот советский город Вильнюс. И хочу подчеркнуть, что мы сегодня то же самое, правда, про немецкие, но мы по-русски, ну, это уже как бы я, мой тезис, работа я сейчас с документами 19 века в основном, но мы говорим по-русски Вильнюс именно как тоже как результат Второй мировой войны, как результат советизации, потому что по-русски как бы еще в первой половине 20 века все-таки этот город был Вильна, да, и мы, как бы, переход на литовский вариант, который уже потом распространялся в другие языки, это можно тоже рассматривать как результат этой же, ну, ну, что это есть измерение тоже памяти, как называется этот город, и что он является именно литовским. Я был немного удивлен, что Василиус Сафроновас как бы свою не удивлен, но очень приятно, что Василиус как бы не начал как бы формулировать именно литовские, скажем, как сказать, реакции. Но я как бы думая про свою работу и думая про некоторые дискуссии, которые имели место на протяжении последних лет, я думаю, есть что-то проблематичное в нашем подходе к всем этим вопросам, что нам, нам пытаясь анализировать все эти феномены, не будучи членом, скажем, литовского сообщества в целом, мы как бы вынуждены как бы сфокусировать нашу эмпатию, скажем, на разные группы. И я с Катей именно, ну, я согласен с Катей, что очень важно именно вот этот фокус на еврейскую общину, именно после войны, тоже на вопрос, как представлена история Холокоста. Но я был немного удивлен одновременно, что то, что делала Катя, скажем, в российском, или не в российском, но в контексте там Соловков и истории ГУЛАГа, что нам сложнее как бы поехать с литовцами в Сибирь и как бы ну, сфокусировать эту эмпатию именно на то, как большая часть литовского общества рассматривала именно советские депортации как частку, как важную частку и для них самую главную частку Второй мировой войны именно. Это не критика, это, скорее всего, такая рефлексия, что нам нужно как-то с этим вопросом как-то обходиться. Большое спасибо, Феликс. Я тут все-таки не только для мебели. Я скажу, что в том, что Феликс говорил, я почувствовал конструирование некоторых смыслов, потому что когда Феликс сказал, что тема депортации в Сибирь – это главный опыт, я сразу хотел спросить, как... Откуда он знает, что это главный опыт и для кого? И как, и кем было сформулировано, что это главный опыт, да? У меня много других интересных... Я попробую... Знаете, я в прошлой жизни был еще историком Восточной Европы, да? Я занимался историческими сюжетами. И что мне бросилось в глаза, что вот всплыли три города, три темы, и это города, находящиеся в пространстве такого межимперского соперничества. И в этом соперничестве межимперском участвует Российская империя, Польша, там, потом Советский Союз, Германия, но
Я бы сказал, особенно применительно к Гродно и Вильно, надо напомнить, что это же еще территория Обероста. То есть немецкое участие, оно, конечно, не в 1939 и не в 1941 году начинается, далеко. Это очень интересная проблематика в этом смысле. Жалко, что у нас какого-нибудь австрийца нет. Про Львов поговорить. Надо было директора вашего, Ирина, позвать. Хорошо, значит, Катя, есть несколько вопросов. Я думаю, что они прежде всего вам. Я предлагаю, что вы сейчас на них ответите, а потом мы пройдем еще раз по кругу наших дискутантов. Хорошо? Да, да. Значит, давайте. Первый вопрос от Татьяны Ворониной. Есть ли разница между немецким и русским изданием? Катя, пожалуйста. Да, но это очень быстро. Русское издание это представляет собой сокращенный вариант немецкой монографии, а сама немецкая монография представляет собой сокращенный вариант труда в 700 страниц, самой письменной рукописи. Ее в свое время читал Василиус наверное, попортил очень себе зрение, потому что прочитать за очень маленький срок, за очень короткий срок, около 700 страниц, это было 2 тома диссертации, очень тяжело. Я для немецкого читателя сократила для печати версию и еще сократила для русского читателя, то есть некоторые сюжеты, как, например, описание, плотное описание экспозиции, выставок, нарративов, оно не вошло в книгу, но с этим можно ознакомиться в немецкой версии, которая есть онлайн, то есть в открытом доступе. Я только вижу здесь у нас много среди участников студентов. Это я вам просто обращаю ваше внимание, что это была докторская диссертация, первая, на 700 страниц, а хабилитацион будет. То есть это когда вы решаете вопрос, куда бы вам поехать за докторатом, думайте, думайте. Это все может быть безжалостно совершенно. Второй вопрос, вернее, два вопроса. Первый вопрос в связи с книгой Руты Ванагайте. Отражены ли в книге Екатерины вопросы, связанные с памятью или ее отсутствием о массовом участии местных жителей в уничтожении литовских евреев, советских партизан-подпольщиков в ходе войны? И если да, то как именно? Получается, что это один вопрос. Почему два, я не понял. Я сразу второй вопрос дам вам, и вы ответите. Хорошо, Кать? Угу. Так. Все представленные фото были... вот видите, тут просто вклинился. Второй вопрос такой. Как отражена в литовской мемориальной культуре проблематика памяти о лагерях не только для евреев или жертв советизации, но и лагерей для советских военнопленных типа Кошары? Угу. Давайте попробуем на эти два вопроса ответить. У меня есть еще один. Хорошо. Очень можно коротко ответить насчет Ванагайте. У меня в предисловии книги, или точнее на обложке книги написано, что мое исследование заканчивается в 2013 году. То есть не вошли сюжеты, связанные с Рутой Ванагайте, не вошли сюжеты, связанные с войной мемориальных табличек, как Юлиуса Нарейка, так и Казуса Шкирпе. Не вошли скульптуры на Зеленом мосту, которые были ликвидированы в 2015 году в такой волне декоммунизации в Восточной Европе или бывших советских республиках. То есть о процессе Ванагайте, о ее участии в мемориализации памяти я не пишу, потому что мое исследование просто заканчивается раньше. Насчет темы уничтожения евреев советскими литовскими соседями. Да, для еврейской общины Литвы, и Феликс, вот, конечно, прав, что это очень важный актор памяти. Это один из главных мотивов. То, что они сохранили еще со времени первого еврейского музея в Литве, показать, что это были их соседи, это были литовцы.
которые принимали участие как в погромах, так и в полицейских отрядах, которые проводили геттоизацию, выбирали людей на смерть, охраняли расстрельные ямы, расстреливали и так далее. И даже есть такой мотив, как бы, который выражен очень хорошо в знаменитейшей фотографии «Погрому угрожали тукис» в Каунасе, когда литовец с железным ломом 27 июня 1941 года улыбается, ну не улыбается, но смотрит спокойным взглядом в камеру, такой мотив белоповязочника, то есть литовского человека, который носил белые повязки в знак своей антикоммунистической настроенности. И у евреев Литвы часто был такой мотив, что нас уничтожали именно наши литовские соседи, немцы фотографировали. Что, конечно, тоже так является действительно мотивом памяти, потому что без немецкой оккупации в Литве, без этих структур Холокоста бы в Литве не было. Это очень важно мне подчеркнуть, ответственность немцев за Холокост. Проблематика памяти советских военнопленных. В советское время было несколько мемориалов. Дмитрава, потом Пагигай. Я бы сказала, что именно Альгирдасу Бразаускасу, президенту Литвы, который умер, как я помню, если правильно помню, в 13-м году, он очень поддерживал вот идею реновации этих мест, связанных с памятью о советских военнопленных. То есть на местах, где были лагеря, как, например, Пагигай, был как бы ремонтирован памятник, ремонтирован обелиск. Касаясь этой темы, то, о чем я говорю в последней главе, касаясь празднования Дня Победы в Литве, мне важно подчеркнуть, что посольство Российской Федерации в Литве является тоже очень важным актором памяти, потому что финансирует вообще все работы по реконструкции, реновации советских мемориалов, поддерживает ветеранов антигитлеровской коалиции, боровшихся на ветеранов антигитлеровской коалиции, живущих сейчас на территории Литвы, то есть ветеранов советской армии. Да, что-то было или был еще какой-то? Нет, есть еще два вопроса. От Александра Долговского. А потом мы уже пойдем по следующему кругу, и остальные вопросы, когда поступят, мы их потом еще раз возьмем. Итак, все представленные фото были без людей. А как названные места памяти были интегрированы в советское время и в настоящее время в повседневный образовательный процесс? Ну, я думаю, что, наверное, шире можно, не обязательно образовательный, а вообще в какие-то практики. Коммеморации такие общественные. Угу. И Долговский задает еще второй вопрос. Имели ли место в Литве практики археологии Холокоста, в скобках, неинвазивных исследований? А если да, было ли включение артефактов, также связанных с уничтожением советских военнопленных, в современной экспозиции? Катя, пожалуйста. Да-да, все фото действительно без людей. Мне попадались в архиве исследовательского института Яд Вашем фото с людьми, которые фотографировались как раз-таки у этих первых еврейских памятников с надписью на... Фотографировались на кладбищах, на местах, где были поставлены, установлены эти первые знаки. То есть это нам указывает на то, что это был такой, такая тактика именно личной, семейной памяти, которая поддерживалась в личном пространстве, но не в публичном пространстве, потому что эти фото, они посылались на письма родным в Израиль, в другие страны, где жили родственники, они хранились в семейных альбомах. То есть люди присутствуют на личных фотографиях. Если говорить об официальных практиках, тут уже надо смотреть публикации газеты.
Пирчепес – очень важное место. На митингах памяти, которые устраивались там 3 июня, то есть в день памяти жертв Пирчепеса, огромное количество людей. Не только из Литвы, не только из Советского Союза, но и из других стран, например, Чехословакии, Пирчепес входил в так называемую сеть мемориалов сожженной деревни, куда входили и Лидица в Чехословакии, Орадуас, Оглейн в Франции. То есть это был такой действительно международный мемориал. Но здесь, если мы смотрим на советскую идеологию, здесь принимали в пионеры, как принимали в пионеры и в музее революции Литовской социалистической республики. Здесь собирались ветераны, рассказывали о подвигах, ну, имеется в виду партизаны и так далее, и так далее. Все места, связанные с памятью о войне, Каунас-9 форт, Пирчепес, советские захоронения в Клайпеде, в Шауляе, в Вильнюсе, кладбище Антаколнис, они все были связаны с идеологическими ритуалами советской власти. Археология Холокоста – очень важный момент. Почему именно в конце 50-х, 60-х начинают вот эти археологические раскопки? Они же были, в принципе, совершены сразу в 44-м году, ЧГК. Тут очень интересный момент. То, что нашло ЧГК, было экспонатами, то есть вот эти вещи из могил, так называемые «terrible byproducts». То есть продукты ужаса, последние вещи заключенных, как часы, очки, обувь, детские игрушки, это все были экспонаты в первых музеях, как в еврейском первом музее, закрытом в 49-м, так и в музее революции. Вообще музей революции, он взял в себе вот эти экспонаты первого еврейского музея. Начинаются раскопки в 50-е, 60-е годы, Каунас, 9-й форт, опять Панары, Пирчепес, и опять идет вот эта археология памяти, то, что как бы к экспонатам ЧГК, то, что нашли в массовых могилах, берется в экспозицию. То, что было в Пирчепесе, вот этот пепел, кости, обувь детская, гребешок, перешло после закрытия музея в Каунас 9-й форт вместо памяти о фашистском терроре. Угу. Хорошо. У меня уже есть еще несколько вопросов, но я предлагаю, что мы их возьмем потом. Мы на данный момент работаем уже около 1,5 часов. Давайте сейчас мы еще раз пройдем по участникам нашего круглого стола, может быть, в той же последовательности, как и было. Василиус, могу я дать вам слово? Конечно. Пожалуйста. Ну, я так думаю, что, как мы договаривались по сценарию, сейчас мы должны затронуть те вопросы, которые были озвучены в начале этой дискуссии. Был там вопрос такой, в какой степени на эти дискурсы памяти и на ее мемориализацию в постсоветских республиках влияет это наследие советского времени, то есть то, какой была музеификация войны в советское время. Ну, я бы ответил, наверное, так на этот вопрос, что я вижу такое основное влияние, что музеи действительно начали рассказывать о тех опытах, испытаниях и наследиях войны, которые умалчивались в советский период. И дело, наверное, не просто в том, что новый режим просто отвергнул все, что было раньше. Нет, дело не только в том, дело еще и в том, что музеи действительно начали показывать, я думаю, то, что в советский период множество воспоминаний о войне было просто подавлено. Они существовали на семейном уровне, на личном уровне, но огласке не подлежали. И действительно, ну, люди хотят, чтобы об их опыте говорили публично, чтобы испытания свидетелей войны не умалчивались. Но об этом разнообразии опытов войны вот начали говорить публично лишь в 88-90-м годах. И
Вот в эти годы статьи на определенные темы в газетах включали просто бурю очень живых реакций. Поэтому создатели именно этих новых музеев, они, я думаю, что они вот видели суть своей деятельности в том, чтобы рассказать о тех испытаниях войны, которые ранее были маргинализированы. И я думаю, что и музей жертв геноцида, который сейчас уже переименован в 2018 году в музей оккупации и сражений за свободу, как и Государственный еврейский музей или совсем новый музей 1939-1945 года в Клайпеде, который был открыт в 2018 году. Вот все они, я так думаю, ставят перед собой такую задачу рассказать людям о тех испытаниях и тех опытах войны, о которых в советский период не говорилось. А что же касается памятников и мемориалов советского времени, ну, я думаю, что актуальную роль до сих пор играют те объекты, которым уже в советский период было, скажем так, привязаны определенные группы с их воспоминаниями. Я прежде всего, конечно же, имею в виду ветеранов Красной Армии, а кому нужны памятники, которые не отражают испытаний войны. Вот если памятники вообще не актуальны уже или уже не актуальны для тех, кто войну на самом деле не пережил. Наверное, такие памятники нужны только тем, кто знает о войне из учебников и всегда имеет определенный ответ на вопрос, что такое историческая истина. Вот для них, наверное, такие советские памятники уже еще нужны, а все остальные памятники, ну да, поскольку они эти все опыты, разнообразие этих опытов не отражали, я так думаю, что это и повлияло на их актуальность в некотором смысле после 88-90 годов. Теперь еще там был вопрос, какая была судьба советских мемориалов войны в независимых странах и как можно оценивать их будущее. Ну, как представитель Литвы в этой дискуссии, я, наверное, должен что-то сказать о девятом форте прежде всего. Я думаю, что будущее есть. Девятый форт в Каунасе — это не только мемориал, но и музей. И на самом деле многие смотрят на девятый форт только как на мемориал, потому что это 30-метровая железобетонная конструкция, которую сейчас можно увидеть и на книге Кати. Она весьма заметна, и даже с автострады, когда мы едем из Клайпеды, например, в Вильнюс, то в Каунасе прежде всего видим эту конструкцию. Но это также и музей. И в музее сейчас рассказывается не только о памяти жертв фашизма, который посвящался мемориал тогда, когда его открыли в 1984 году. Действительно, эти анонимные жертвы, они обрели конкретные лица. Советские граждане, так называемые, они стали конкретными группами населения. И акцент на коммунистов, как на основных жертв, он справедливо, наверное, уступил место другим акцентам, куда более многочисленным жертвам, которые связаны с этим местом памяти. Вот поэтому музей, в отличие от обыкновенного мемориала, он имеет гораздо больше возможностей трансформироваться в многослойное такое место памяти. И все это, на мой взгляд, ну, открывает для него такую определенную перспективу дальнейшего развития. Спасибо большое. Я бы хотел здесь вклиниться и сказать вот что. Когда вы говорите, Василий, что политика памяти, в том числе и музейная политика, после освобождения от советской власти, она поднимала и показывала темы, которые не были показаны в советское время, это совершенно справедливо. Но мне кажется, что этого утверждения совершенно недостаточно. Потому что сюда надо добавить,
что на самом деле как советская политика памяти маргинализовала какие-то сюжеты, так и политика памяти постсоветских республик делает то же самое. Вы привели в пример музей геноцида, ну, как бы, да, вот история того, что здесь было, когда здесь было КГБ, рассказана. Но в течение очень длительного времени история того, что здесь было, когда здесь было гестапо, она не была частью этой экспозиции. И это был тоже своего рода выбор. Та же самая же история, я сейчас передам слово Ирине, в тюрьме Налонского. Рассказывается одна часть истории, которая прежде не рассказывалась, но это вовсе не значит, что рассказывается вся история целиком. Ирина, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Я бы хотела, да, обращаясь к украинскому примеру, конечно, я думаю, да, и спасибо Катерине Мельниковой тоже за ее вопросы, очень, конечно, релевантны о возможностях сравнения ситуации в разных республиках. И если коротко сказать о современной ситуации, конечно же, континуитет с советским временем в Украине гораздо более сильный, чем в Литве и в других балтийских республиках, это очевидно. Нужно сказать, что даже вот последняя волна декоммунизации, которая началась в 2015 году, в 2014, можно сказать, 2015 годах, в 2015 году был принят новый мемориальный закон, тем не менее, Вторая мировая война, название, да, кроме того, который о памятниках, было очень важно, что новое название, да, не Великая Отечественная, а Вторая мировая, оно тоже закреплено как бы в официальной политике, но она и объекты с ней связанные, мемориалы и так далее, не подпадают под декоммунизацию, хотя, конечно, Львов и тут является оригинальным, так как памятник, довольно большой мемориал, который здесь находился, все-таки был снесен совсем недавно, хотя как бы памятник, который можно было интерпретировать как памятник Советской армии освободительницы или как памятник Советской армии как таковой, и вот он все-таки был снесен, хотя нигде в других местах в Украине это не наблюдается, и память о Второй мировой остается, наверное, единственной составляющей советскости, которая признается как своя, как очень важная, связанная с семейной памятью, как очень такая важная. И тут, конечно, нужно сказать о другом континуитете, о том, каким образом в современной политике памяти выстраивается континуитет между почтением к героям и жертвам Второй мировой и к героям и жертвам войны на Донбассе сейчас. И не только в официальных таких государственных институциях и музеях, где мы видим такое соотнесение, например, между историями бойцов УПА, так, антисоветского сопротивления, и современных солдат на Донбассе, либо, например, история о советском ветеране Второй мировой в Запорожье, который чтит память своего внука, который погиб в этой войне уже сейчас на Донбассе, и такой, да, символический континуитет и желание как бы не отдавать нашу победу, да, великую победу над нацизмом, не отдавать ее только в монополию как бы российского современного нарратива, да, и вот это желание все-таки сохранять это как часть своей идентичности, это очень важно. Но и тоже на таком локальном уровне я бы хотела сказать, что очевидный такой континуитет, который выстраивается не только между, даже на уровне мемориалов, это очень видно, особенно в маленьких общинах, в селах и маленьких городах. Это когда к мемориалу Второй мировой войны добавляются потом позже стелы с именами погибших в Афгане и также героев-ликвидаторов Чернобыля, и сегодня добавляются портреты и имена погибших на Донбассе.
И здесь, наверное, мы будем говорить не о каком-то континуитете такого национального какого-то дискурса, героизма, но скорее о такой человеческой перспективе, да, потому что все-таки, если мы говорим об афганцах, чернобыльцах и солдатах, которые сегодня погибают, то это все-таки не такое большое количество людей, к счастью, и они все помнятся по именам, и это такая возможность тоже как бы видеть эти фотографии, глаза этих людей, да, и это как бы такая гуманистическая перспектива во всей этой истории, не только как бы идеология и государственная манипуляция, но это как бы такой, ну, человеческий как бы жест в этой войне, но в то же время это, да, как бы выстраивание этого континуитета. И что касается как бы темы Холокоста и того, как интегрируется эта тема в общее видение войны, конечно, это еще далеко в процессе, и в Украине этот процесс далеко не так развит, как в Литве, хотя происходят, конечно, дискуссии, и тут я бы хотела упомянуть такую статью, которая называется «Small Museums, Major Steps», и это очень интересная перспектива, мне кажется, она показывает три очень небольших музея, в том числе в Одессе, во Львове, и мне кажется, третий музей, мне кажется, может быть, в какой-то из балтийских стран, я могу путать, прошу прощения, но мне кажется, что очень важная идея, которая там представлена, о том, что на самом деле не обязательно иметь или смотреть в наших исследованиях только лишь на такие большие центральные государственные проекты памяти, но иногда маленькие общинные музеи могут быть гораздо более важны в том, как они предлагают смотреть на войну, и, например, эти музеи еврейские или музеи Холокоста в Украине, хотя они могут быть небольшими, могут быть большими и довольно обстоятельными, такими как музей Днепропетровский, который один из таких первых довольно больших, интересных, которые представляют довольно развернуто этот нарратив и пытаются вписывать его тоже в национальную украинскую историю. Но все-таки эти маленькие музеи, это тоже очень важно, прежде всего, с позиции такого человеческого взгляда на войну. Это внимание к личностям, это внимание к каким-то маленьким деталям, к локальным обстоятельствам, к городу или местечку. И, может быть, эта версия или это предложение гораздо более, наверное, может быть, ценно или даже как-то инновативно по сравнению с вот этой претензией, желанием создавать эти бомбастические, огромные, такие репрезентативные центры истории Холокоста, да, и та большая дискуссия, которая сейчас разворачивается в Бабьем Яру, это, наверное, не только такая политическая, идеологическая дискуссия, но это тоже методологическая дискуссия, нужен ли нам как бы музей, который там крутой, большой, предлагает все эти инструменты геймификации, там виртуальной реальности, чего-то еще, который там впечатляет своими масштабами и какими-то современными технологиями, или, может быть, это как бы прикосновение к человеческой душе, которое происходит через маленький какой-то автентичный объект в каком-то маленьком общинном музее, может быть, это как бы больший шаг, чем как бы что-то, что сейчас обсуждается в Бабьем Яру. И, наверное, на этом я закончу об Украине. Хорошо, спасибо большое. Я передаю слово Феликсу, а потом я зачитаю для всех и для Кати вопросы, которые поступили еще, и отдам слово Кате для заключительных слов. Пожалуйста, Феликс. Я хотел коротко отказать на вопрос, в чем разница немецкой и российской книги. Там было такое. Русский вариант немного сокращенно. Примерно в два раза. Да, это был тяжелый труд Кати и не только. И мне казалось интересно, что все-таки название книги немного другое. Исчезла метафора о войне памяти. И мне кажется, мне кажется, в целом это хорошо, но может это и связано с тем, что все-таки правильно
поставленная точка на закончение в 2013 году, потому что мне кажется, что все-таки 2014 год во многом изменил как бы дискурсивный контекст, именно в том, как в Литве и в литовском медиальном общественном пространстве можно говорить о всех этих вопросах. И поскольку я жил и попытался понять, как бы, как это происходит, то все-таки я намекнулся, особенно это было видно в связи с книгой и книг Руты Ванагайте, на такую попытку вписывать все эти дискуссии в контекст как бы такого военного положения, как бы и переношения советского на современный российский контекст. И мне кажется, что именно поэтому хорошо не участвовать в этой, как бы, в этой попытке делать историческую память частку гибридной войны с какой-либо стороны. И я согласен с Ириной, что именно в маленьких городках можно многое раскрыть. В этом смысле я считаю, что я благодарен Кате за перчупы, потому что я там много раз проезжал мимо на машине, и только благодаря ей книге я понял, что это за место. В прошлом году пытался понять, как это выглядит в том месте, где сейчас стационирует НАТО в Литве. Это называется Рукла и город Ионово. И там оказывается, что городской музей очень плотно раскрывает, как бы, и четко раскрывает эту всю историю именно Холокоста в том городе, который был в основном еврейским городком. Местечком в самом центре города даже развешаны плакаты, где как бы и участие литовских коллаборантов как бы называется, не называется их фамилиями, хотя они были местными жителями. И я был, оказалось, что местный как бы музей про это задумался, а когда мы поехали в военную участку именно со стороны НАТО, где под командованием немецким, оказалось, что немецкий командир не знал о том, хотя он уже там был полгода, он не знал о том, что именно из Руклы, да, из этой базы военной, велся напад на Советский Союз, и при этом был полностью уничтожен Ионово немецкими силами. И, ну, как бы, я про то, что немного меняя оптику, а Катя в этом помогла в литовском контексте, мы можем тоже уходить от такого представления, что именно немецкая сторона здесь будет подсказывать, что и как. Спасибо. Большое спасибо. Вообще жалко, сколько всяких интересных тем, как бы мы затрагиваем только по касательной. Надо что-нибудь такое еще организовать потом, в мирное время, когда вирус уйдет вживую. Потому что, например, тема, какую роль сыграла там аннексия Крыма в 2014 году, для образов памяти, она очень интересная, потому что я считаю, что много плохого было до этого, и как бы вот связывать именно с 2014 годом, с моей точки зрения, непродуктивно. Но это мы найдем время поспорить, если захотим. Значит, теперь, Катя, я перечисляю, прочитаю для всех и для вас вопросы, вы, наверное, их уже видели. Итак, их несколько. Рассматривается ли память в Литве в общем прибалтийском контексте, Кирилл Колоренев спрашивает. Или это практики, по мнению автора книги, нельзя сравнивать. Дальше вопросы Екатерины Мельниковой. Вопрос о советизации через литуанизацию. Не могла бы Катя рассказать немного подробнее о литовских попытках национализировать память о войне в послевоенные годы? Они были, как они соотносились с советскими нарративами? Как национальные элиты участвовали, не участвовали, оспаривали советские нарративы? Можно ли говорить о существовании в послевоенные годы двух форм литовизации памяти о войне, советской и литовской? Еще вопрос от
Кате Мельниковой. Сейчас может ли Катя Махотина дать небольшой комментарий о формах инструментализации памяти о войне в Литве в сравнении с тем, как формировались, менялись память о войне в национальных республиках СССР? Я понимаю, что этот вопрос находится за пределами книги, но, может быть, у Кати есть какие-то мысли по этому поводу. Думала ли она о таком сравнении? И, наконец, Татьяна Воронина задает еще один вопрос, любопытный. В своей речи на параде Победы в этом году в Минске Лукашенко назвал Литву, Латвию и Эстонию в качестве братских народов-победителей над фашистской Германией, наравне с Белоруссией, Россией и другими бывшими республиками советскими. Вопрос. На какую реакцию рассчитывал Лукашенко? Насколько советская, в кавычках, интерпретация, повторенная Лукашенко, является востребованной в этих странах? Катя, the floor is yours. Я думаю, что вот это будет заключительное слово, да? Вопрос, пожалуйста. Да, вопрос Тани Ворониной. Какая память востребована и какая память не востребована? И тут я хотела немного, как бы перед тем, как я начну отвечать на вопросы, подумать о нескольких моментах, о которых говорил Василиус и о которых говорила Ирина. Память в советской форме уходит. Получают пространство, публичное пространство занимают другие истории, которые действительно как-то связаны с биографическим опытом. Память снизу, которая замалчивалась в советское время, получает поддержку официальной исторической политики. Возвращение истории — это возвращение нации в 90-е годы. Значит, вопрос тогда такой, почему есть до сих пор мемориал, музей Каунас 9 форт, и почему отсутствует Пирчепес? Почему на этом месте Феликс много раз проезжал мимо и только прочитав книгу узнал, что здесь было? Почему главный мемориал советской Литвы является в сегодняшней Литве невостребованной памятью? Почему он считается московским проектом? И тут этот вопрос или этот момент, мне кажется, очень связан с тем, о чем говорила Ирина. Это вопрос о советскости памяти. Считаем, когда мы говорим «советскость памяти», значит, мы представляем этот опыт чуждым национальной истории, национальной памяти, знак вопроса. То есть это чужой опыт, который может быть назван идеологией оккупантов, насильственная советизация, не наша история, не наша память, чужая память. Почему советская память считается в независимых государствах чужой памятью? Несмотря на все потраченные ресурсы коммунистической партии Литвы, то есть тех же литовцев, почему этот опыт считается чужеродной памятью, московским проектом? Надо сказать, что и во время, и в советское время этот проект памяти не был только лишь тоталитарен. Были люди, которые снизу поддерживали эту память, потому что, как мы видим, здесь вот это выжившие в деревне Пирчепес собирались в 90-е годы, в нулевые годы. На вот этом кладбище, это был первый мемориальный знак, который здесь появился в 1944 году. И сейчас как бы соседствует с памятником Якубонеса, мать Пирчепеса. Музея больше нет, но есть библиотекарь Оона Дричканщини, с которой я разговаривала, которая сохраняла эту память. Она занималась ею и в советское время, она занимается ею сейчас. Сейчас она хранит то, что удалось спасти от выставки в юридическом архиве. То есть как вот этой памяти Пирчепеса стать востребованной в Литве? Почему есть мемориал 9-й форт? Потому что это международное место памяти. Здесь погибли евреи из Европы. Здесь погибли мюнхенские, берлинские, франкфуртские евреи. Его нельзя просто закрыть, его нельзя просто убрать. Но его можно сделать многослойным местом памяти. Можно говорить о Холокосте, о жертвах евреев. Можно говорить о жертвах сталинизма. Там был пересылочный лагерь в 1940-1941 году, значит, до того, как вошел Вермахт в Литовскую Советскую Республику. Значит, здесь тоже рассказывается о страданиях литовцев от советского террора. То есть, если это было буржуазное время, так называемое буржуазное время
двуслойное место памяти, жертва революции, жертва Отечественной войны. То есть сейчас это тоже многослойное место памяти. Там рассказывается история Ковенской крепости Первой мировой войны, там рассказывается о Холокосте, там рассказывается о пакте Молотова-Риббентропа, о страданиях литовцев. Многослойное, демократичное, транснациональное место памяти. Выбирай, что ты хочешь вспоминать, как ты считаешь, и как ты считаешь нужно вспоминать. Вопрос о востребованности памяти. Второй момент, который мне важен, который я не могу не обратить ваше внимание, это другая лакуна памяти. Это вопрос о сопротивлении нацизму. Вопрос сопротивления нацизму очень эмоционально, очень горячо обсуждается в Литве. Литва не оказывала, в Литве оказывалось пассивное сопротивление. В Литве не было, однако, не было сформировано, как в Эстонии и в Латвии, дивизии СС. Это важный момент. Литовцы оказывали сопротивление. Они собирались на площадях, и они сопротивлялись. Женщины выходили, говорили, мы не отдадим наших литовцев в немцам, чтобы они там что-то исполняли или принимали участие в военных действиях. То есть это, в принципе, теоретически могло бы быть моментом гордости. Наверное, это является моментом гордости, то, что литовцы не дали себя мобилизовать в дивизии СС. Однако в Литве скорее было пассивное сопротивление, вооруженное сопротивление нацизму оказывали литовские еврейские партизаны. Это, конечно, и глобально известный Аба Ковнар, который был свидетелем на Нюрнбергских процессах. Почему эта память не востребована? Почему единственная выставка, которая напоминала о антифашистском еврейском сопротивлении, была закрыта за нерентабельностью? То есть можно задать этот вопрос. Она была, конечно, очень handmade, как собственноручно сделана, такими вот пост-ит были подклеены имена, вот Аба Ковнар, мы видим его в центре, Ферранихта, партизанная организация, которая была основана в Виленском гетто. Момент глобальной памяти, гимна еврейского сопротивления «Сакник каймальд гейстен летцен вейк» возник в Виленском гетто. Этой памяти нет. По крайней мере, ее нет в материальной памяти. Сегодня это опять-таки приводит меня к наблюдению о том, что материальная память для memory studies имеет большое значение, может рассказать много историй. Так, сравнение с другими республиками, об этом я сказала, Латвия, Эстония, там были сформированы дивизии СС, это другие ветераны, другая память, и в Латвии, Эстонии не было такой плотности еврейского населения, как в Литве. В Литве, как я уже сказала, в первые месяцы войны до декабря 1941 года было уничтожено большинство евреев, это было массовое уничтожение. Holocaust by bullets, расстрелами, причем это уже действительно Холокост, когда, или геноцид, когда уничтожали не только мужчин или коммунистов, но уничтожали женщин и детей. Такой плотности еврейского населения не было в Латвии и Эстонии. Национальная память, советизация. Да, советизация через национализацию памяти – это, конечно, сам Вильнюс, название Вильнюс. Феликс уже говорил об этом. Вильна был польским еврейским городом до 1939-1940 года. Это нацистская оккупация уничтожила всех евреев, пришли советы, переселили поляков, заселили из деревень литовцев. И что получилось? Потом Коммунистическая партия Литвы начала уничтожать вообще даже следы культурного присутствия поляков, культурного присутствия евреев, зачистку вот этих всех кладбищ. И так далее и тому подобное. Хотя некоторые польские кладбища сохранились. И тут, в общем, встает вопрос, что не сказано в моей книге, а в моей книге не рассказано очень много историй. Во-первых, это, конечно, польская память, армия Краева не рассказана. То есть как боролись партизаны армии Краева против литовцев за Виленский край. Не рассказана история, может быть, белорусских групп, не рассказана история, может быть, немецкой памяти, да, то есть не рассказана история Рейняй, которая, где НКВД уничтожила в июне 41 года, при отступе из Литвы литовцев, узников. Много историй не рассказано, в этом потенциал для дальнейших исследований. Я была бы рада, если бы эта книга или этот концепт получил продолжение у тех же историков, как Альвида Снигжендайтис, как Расичи Пайтини, которые бы посвятили этому и дальнейшие исследования. Спасибо.
Спасибо большое, Катя. Мне кажется, что получилось очень интересно. И когда я слушал эту дискуссию нашу, я вот о чем подумал. Смотрите, у нас была запланирована на октябрь 2020 года конференция про память о Второй мировой войне в Европейском университете. Значит, вирус вмешался, и мы ее переносим. Мы ее переносим на 23-25 ноября. Объявление об этом мы скоро повесим. Я свяжусь со всеми участниками нашей сегодняшней панели или дискуссии и пришлю вам приглашение. И мы давайте подумаем все вместе, как мы можем у нас в Европейском университете продолжить этот разговор в качестве такой панели или, может быть, круглого стола, как части конференции, потому что я думаю, что какого-нибудь человека, занимающегося такими сюжетами в Белоруссии, надо бы позвать. И может здорово получиться. Я с вами свяжусь на этот счет. И это еще и информация для всех, кто нас слушает сейчас. Значит, конференция будет 23-25 ноября. Объявление повесим. Думайте. Будем надеяться, что к этому времени мы не захлебнемся второй волной и сможем вживую пообщаться. Как раз туристы, если они доедут этим летом вообще до Петербурга, уже уедут. Наступит хорошее мирное время. Обещаю вам экскурсию в Эрмитаж в тот день, когда он будет закрыт для посетителей, и всякие другие интересные вещи. Хорошо. Спасибо всем большое. Я думаю, что все, кто еще не купил эту книжку, это сделают непременно. Всего доброго. До встречи.